Это история о том, как мальчишки становятся мужчинами. Как замирает сердце, когда на плечи опускаются первые погоны. О том, как домашнее тепло меняют на понятие доблесть и честь. Это история о тех, в чьих руках настоящее и будущее огромной страны. На доске 200-летия кадетского корпуса. Мне хотелось бы пожелать вам успехов. Сочинение вы пишете в том жанре, который выберете сами. Память – лучший учитель. Это нам говорят в кадетском корпусе с первых дней. Помнить ошибки означает не повторять их. Помнить героев значит на них равняться. Когда я размышляю о том, что за моей партой мог сидеть генерал армии, а за стенкой герой России занимался самоподготовкой, я задумываюсь, смогу ли я стать таким, как они? Началась эта история в эпоху войны с Наполеоном в 1813 году. Император Александр готовился к новой войне с Францией и забрал в Москву почти все сибирское войско. Охрана южных границ Сибири была предоставлена казакам, у которых был большой дефицит образованных кадров. В это трудно поверить, но в начале 19 века в Омске не было ни одного учебного заведения. Ни лицеев, ни гимназий, ничего. Поэтому становится понятным стремление генерала Глазенаппа к созданию школ в отдельных полках и поселках. Именно по его приказу в каждом полку была создана полковая школа, при каждой станице станичная школа и в Омске казачье училище. Это то, с чего начиналось наше учебное заведение. Это как таковой старт. Изначально приняли в казачье училище 30 казачат. Их сидел и принимал урядник. Это очень интересный был процесс. Он просто их определял на глазок. В какой класс их определить? Три класса было. Младший, старший и средний. Умел сложить 1+1? Брали в средний класс. Не умел — в младший. А если чудеса арифметики показывал такие, как 2+3, это уже определяли вот в самый высший класс. В 1826 году на фоне одноэтажного деревянного Омска появляется огромное даже по столичным меркам здание. Ну, вот это здание в 1826 году строилось для войсковой канцелярии сибирского казачьего войска, но генерал-губернатор Сибири Петр Копцевич понимал, что нужны масштабные проекты, амбициозные, которые дадут толчок развитию города, и он принимает решение, что войсковая канцелярия пока обойдется, и отдает это здание
казачьему училищу. Статус училища сразу возрастает многократно. До этого оно находилось в деревянном доме на этой же территории, но тут оно переезжает в такое помпезное, солидное здание столичного масштаба. 1845 год. Казачье училище переименовывается в Сибирский кадетский корпус. Сюда стали приезжать дети дворян с других городов России и из соседнего Казахстана. Курсанты этого учебного заведения демонстрировали не только военные навыки, но и многочисленные таланты. Офицеры, выпущенные из этих стен, умели бесподобно танцевать, пели, играли в оркестре и были крайне галантны. Балов и торжеств за 200 лет было много. А праздновали в этих стенах, как и полагается, победы. Но любой победе предшествовала борьба с врагом, с обстоятельствами, со временем. Государственные перевороты в стране в начале 20 века, казалось, четко дали понять. Пришел конец истории Сибирского Александра I кадетского корпуса, который к тому времени назывался именно так. Кадетский корпус – это то место, где молодой человек может не во сне, а наяву себя проверить. Здесь рядом нет ни мамы, ни папы, а есть военный устав, по которому приходится жить. Учеба, спорт и много друзей, которые, как и ты, чего-то хотят добиться. Большинство парней в наше время мечтает не о военной форме, а о дорогих машинах. Но 16 лет – это возраст, когда ты еще не взрослый мужчина, но уже и не маленький мальчик. Именно в этом возрасте хочется доказать себе, что ты можешь больше. Кадеты не приняли ни февральскую, ни октябрьскую революцию. И был даже очень интересный момент в истории кадетского корпуса, когда и младшие группы вместе со старшими отказались большевикам отдать погоны. Потому что погоны – это честь и достоинство офицера, самое святое, что может быть. И вот эти маленькие ребятишечки младших групп категорически отказались сдать погоны. Что они сделали? Они ночью устроили похороны погон. Они сняли погоны, уложили их в ящик из-под патрон и вынесли на берег Иртыша. Серьезные испытания выпали на долю курсантов 20-х годов одноименного столетия. Пытаясь спасти корпус, верховный правитель России адмирал Колчак приказал эвакуировать его во Владивосток на остров Русский. Когда волна переворотов докатилась до Дальнего Востока, скитания кадетов продолжились в миграции. Дорогие кадеты-александровцы! Первый сибирский императора Александра I кадетский корпус прекращает свое существование. Сохраните же навсегда незапятнанной светлую память о питомнике героев, 112 лет дарившем родине самоотверженно стойких и безупречно верных работников на всех поприщах государственного служения. Спасибо вам, дорогие сотрудники, офицеры, до конца исполнившие свой долг. Когда наступит радостный день возвращения на родину, а он, верю, близок, убежден в неминуемости возрождения нашего славного корпуса. Да, гражданская война – это страшное, что можно представить. Она вносит раскол в умы. И вот подтверждение того, как многие наши
кадеты учились вместе, да, они жили вместе, как говорили, однокашники. В одном зале нашего музея находятся такие выпускники, как Дмитрий Карбышев и Лавр Корнилов. В общем-то, подтверждение того, что люди имели разное мировоззрение в какой-то период жизни, но приходили к главному – защитить свое отечество. В годы государственных переворотов двойник появился не только у власти, но и у самого учебного заведения. В Омске на базе опустевшего кадетского корпуса Красная армия организовала военные курсы, а после – Омскую пехотную школу имени Михаила Васильевича Фрунзе. Это был новый виток в жизни училища. Я родился в счастливое, мирное время. Но я слышал о войне, ведь горе и беда не обошли стороной моих родных и близких. Родной брат моей прабабушки погиб на войне в 18 лет. В самом пекле войны побывал мой прадед. Многие думают, что друзья, компьютер, скейт, даже школа – вещи сами собой разумеющиеся. Но я знаю, что это не так. Наша спокойная жизнь – это тяжелая работа других людей. Это они сделали так, чтобы мы могли учиться, гулять в парке и не думать о том, что это все может закончиться. И я тоже хочу быть среди тех, кто создает эту жизнь, ее настоящее и будущее. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны. Германские войска напали на нашу страну. Вставай, страна огромная! Вставай, на смертный бой! От теории к практике студентам 40-х годов пришлось перейти быстро. Как только было объявлено о вероломном нападении фашистов, 22 июня на стол начальства посыпались рапорты и заявления. Курсанты просили и даже требовали отправить их на фронт бить врага. И уже на следующий день, 23 июня, училище перешло на ускоренную программу обучения. У курсантов был 12-часовой рабочий день, и они еще находили время для того, чтобы работать с населением. Студенты училища имени Фрунзе учили городских ребят военному делу, показывали, как обращаться с оружием. В годы войны училище поставляло на фронт целые дивизии. Пожалуй, самая прославленная – 308-я стрелковая, которая участвовала в боях под Котлубанью, в Сталинградской битве, битве на Курской дуге, на Орловском направлении и в Берлинской наступательной операции. Имена выпускников пехотного училища имени Фрунзе тех лет навсегда остались в истории. Свыше 18 тысяч воинов были награждены орденами и медалями. Имена героев Путилова и Фугенфирова сегодня увековечены в названиях улиц города Омска. Само училище указом Президиума Верховного Совета СССР награждено орденом Красного Знамени. Первые послевоенные годы выдались трудными. Лучшие кадры погибли на фронте. Но училище не имело права прерывать свою работу ни на минуту. Летом 45-го года комиссия НКО СССР отметила высокие результаты курсантов по всем видам боевой и политической подготовки. Кроме того, училище называли самым спортивным среди всех военных учебных заведений Сибири. Ежегодно
подготавливаем ребят, которые выполняют норматив кандидата в мастера спорта. Человек 8-10 в год, каждый год у нас. Человек 50-60 выполняет норматив первого взрослого разряда. 170-180 человек выполняет норматив второго взрослого разряда. И столько же выполняет третий взрослый разряд. Юношеский мы просто не считаем, потому что это практически 100%. Мы стараемся, чтобы наша физическая культура была лучшей в стране. И на сегодняшний день это так. Можно так сказать, наверное, что уже веками сложились эти традиции. И мы, заходя в это учебное заведение, мы сразу же проникаемся духом вот этим вот. И по-другому мы просто не можем работать. Тяжело ли мне? Да. Иногда бывает, когда я не могу побороть себя и улучшить результат, или когда на борьбе не получается повторить прием. В такие моменты, мне кажется, проще уйти. Но это не выход для военного. Я знаю, потому что я из рода военных. Меня назвали в честь прадеда. Он в 17 лет пошел добровольцем в Красную армию. Мой дедушка служил в России, Украине и Белоруссии. А мой отец – офицер. Награжден орденом мужества и медалью за отвагу. Надеюсь, мои дети и внуки тоже выберут путь военного. В период нестабильных 90-х над Омским высшим общевойсковым командным и к тому времени уже дважды краснознаменным училищем снова нависла угроза закрытия. Несколько лет курсанты и офицеры провели в тревожном ожидании вердикта. В 1998 году высшее руководство определилось – училище сократить. Это было, конечно, очень страшно для всех, для командного состава, для курсантов особенно, потому что особенно курсанты, которые уже заканчивали, и последний выпуск нам пришлось проводить не в июне, как обычно, а пришлось проводить в марте. В марте выпустили, и мы распределили всех наших курсантов по другим учебным заведениям. И никакие доводы в ответ не принимались. Приказ, есть приказ, приказ нужно было выполнять. Руководство региона прекрасно понимало, что область не может лишиться учебного заведения с таким богатым опытом, историей, такой базой и такими кадрами. А потому, по распоряжению губернатора Леонида Полежаева, работы по восстановлению кадетского корпуса начались практически сразу, после последнего выпуска училища имени Фрунзе. Финансирование администрация области взяла на себя. Фактически, училище не простаивало ни одного дня. В мае 99-го состоялся последний выпуск училища имени Фрунзе. А в сентябре этого же года открыл свои двери Омский кадетский корпус. Омский кадетский корпус сегодня – это лучшие ученики школ Омской и соседних областей, которые, помимо отличных оценок, при поступлении должны демонстрировать психологическую устойчивость, достижения в творчестве и спорте. Высокая степень обучаемости достигается за счет прекрасных, квалифицированных специалистов. Основная часть учителей имеет высшую квалификационную категорию. Причем сплав молодости с опытом присутствует. Это действительно те, кто заканчивает кадетский корпус, это ребята, которые обладают высокими знаниями, замечательными физическими данными, культурными людьми. И мы за них уверены в их будущем. Это настоящие граждане Российской Федерации. От 75 до 87% ежегодно, вот даже в этом году, еще не поступили, и, говорится, не закончили кадетский корпус, но уже по первичному плану 85% собираются поступать в вузы Министерства обороны. У меня не было никаких сомнений. Я определился в свое время, что я буду поступать в Омское общевойсковое дважды краснознаменное училище имени Михаила Васильевича Фрунзе. 25 лет в строю, поэтому и сейчас продолжаем стоять в строю. Это вот она, закалка, тренировка, сноровка. Это все получил здесь, в стенах этого данного учебного заведения. Знаменная группа прямо, остальные напряг.
За два века в судьбе училища соединились три разных эпохи. Традиции трех армий. Русской, императорской, советской и российской. За это время Омский кадетский корпус выпустил 147 георгиевских кавалеров, 80 героев Советского Союза, 5 полных кавалеров Ордена Славы, 7 героев России, 280 генералов, тысячи боевых офицеров. И даже те, кто после окончания учебы не стал связывать свою жизнь с армией, всегда демонстрировали особенные человеческие качества и отношение к жизни. Быть офицером – это красиво. Найдите мне другую столь же красивую профессию. Уверен, не найдете. Профессия офицера – это героическая, высоконравственная профессия. В ее основе любовь и преданность родине, готовность жертвовать собой и умение, если потребуется, достойно умереть. И здесь, в кадетском корпусе, в первую очередь учат красоте. Какой смысл бороться за мир, когда не видишь его красоты? Поэтому у нас образцовая форма, шикарные балы и самое красивое в городе здание. Когда ты часть этой красоты, понимаешь, что мир точно стоит защищать. Мальчики, которые учатся в кадетском корпусе, они вообще очень сильно отличаются от мальчиков обычных. Они более вежливые, даже когда с ними разговариваешь. И как будто они быстрее повзрослели. С ними интересно очень. Патриотизм – это некое чувство, которое основано именно на любви к родине. А любовь к родине невозможна без знаний. Но прежде всего истории, истории музыки, умение видеть красоту, как вы, ту, о которой вы говорите, красоту природы, красоту человеческой сущности, вообще личности. И поэтому, когда мы говорим на наших уроках о любой теме, конечно, это основа патриотизма, близкие к идеалу. Это кадет, который должен быть физически сильным, умным, умеющим, кроме основных каких-то военных навыков, еще и танцевать, петь, держаться на публике, не знать, что такое стеснение, быть самоуверенным, быть красивым, грамотно говорящим. Ну вот тот человек, тот мужчина, которых, наверное, мало в наши дни, на которого хочется любоваться. Мы мерили, начиная от 17-го года историю, а сейчас мы ее начинаем с 1813 года. Я думаю, что это очень масштаб, очень большой. То есть это очень большой период нашей жизни. И я думаю, что не надо выбрасывать то время. Связь времен и поколений должно быть независимо от формации, которая есть. То есть это одно учебное заведение. Оно, наша история переплетается с историей нашей страны. Мы отмечаем такую большую знаменательную дату. Я думаю, перспектива у нас очень-очень большая в связи с тем, что мы переходим в Министерство обороны. И надеюсь, что все задачи, которые поставит перед нами Министерство обороны, правительство Омской области, мы выполним. Быть кадетом значит иметь особенную жизнь, интересную, как у нашего училища. Мне кажется, что его путь похож на жизнь человека, настоящего военного, который начинал с учебной скамьи, прошел войну, многое потерял, но не сдался. Даже когда казалось, что все кончено. Шаг за шагом, звание за званием. И сейчас наш кадетский корпус – настоящий генерал, учиться у которого – честь для любого мужчины. Это история тех, кто боролся за наше чистое небо. И тех, кто готов сделать то же самое прямо сейчас, если это потребуется.
Это наша история. И она продолжается.